Нельзя, стоп, нельзя. Нет, мусор. А мусор любят. Что-то любит. Хотел Багиру отпустить, но надо, дайте мус. А, он видел сейчас на пыль. Смотрите, как он ходит в туалет. Фирменно. Ладно, остальные уже в ютубе. Они еще и текли недавно. Максимум. О, как с детьми, как с питбулькой. Да. Пригласи их домой. Пригласи. Поели требухи, питы. Этим хотел дать сначала глистогонку, потом же покормить. Но тут подкат. Ой, ой, подкат какой. Это что, я не пойму. Они внутри, что ли, течные? Неужели они текут? Прям смотрите, что происходит. Муса поет требухи жестко, заигрывается, не заигрывается. Будем новую породу выводить. Блин, как мне их проглистогонить, а? Честно говоря, целая эпопея. Муса наелся, бедолага. Теперь, блин, какой он красивый муса. Да сколько мне надо денег брать за вязку с таким кобелем? Жесть, конечно. Друзья, заходите в телегу платную. Так что ж такое. Увидите, там нападение, блин, небольшое произошло. Муска, не зря я тебе мечтаю все от тебя щенка получить. Бля, я сам думаю, получится ли у меня копию Мусы сделать. Будем стараться. В правильном направлении двигаемся. Если повязать Весту с Мусой, то получится прям имбредный на Мус. Да. Да. Вот так. Нельзя, Багирка, нет, нет. Идем с Багиром. Тише, тише, тише. Багирка, тише. Багирка. Аккуратно. Да тихо! Вот козявка. Ну, вроде нормально, вроде. Я на два сразу снимаю. Пусть хотя бы с ними дружит. Чтоб я мог уже хоть с кем-то отпускать. А Багирка злая. Багирка злая, что там. После лабрадор. Нельзя, Багирка. Нельзя, моя девочка. Или они текут, Багира тоже это чувствует. Да? Может. Питбуль с волкосовым. Мать, мать.
Ну, ну. Вот задержка красотка. Малыш. Черная пантера. Ну, против, молодец. Молодец, мой рисун. Моя красотка. Давай с ними прогуляемся, чтобы они... Киару боюсь. Она на луну, как говорится. Моя девочка, моя красотка. Так. Красивые, да? Волки и питбули смотрятся очень красиво. Попробую вам показать, конечно. Блин, на телефон лучше снимать. А, смотрите, что творится. Смотрите, волк. Это еще подчиняется, наверное. Скоро и это может уже не подчиняться. Ай, красавчик, ой, красавчик. Что, защитница, что ли? Молодцы. Багира красивая, даже жесть. Только поели, пузы набитые, поэтому, бля, не тот вид чуть. Ну что, мы сейчас пойдем домой, хватит. Молодцы. Тима, я солнышко. Тима, красотка. А, давай, давай. Они текут, сейчас и ты это затечешь. Унюхай их течку. Ой. Друзья, в очередь становитесь за такими щенками, как Муса Багира, умничка на кустовке. Красотка моя. Я серьезно говорю. В идеале можно от Мусы с Багира оставить девочку. И повязать с Мусы и сделать им бредных именно на Мусу, представляете? Тогда будет, да, пушки. Тогда будет уже чистые Мусы получится. Или чуть подальше это Веста. Тише, тише. Нельзя, Муса, нельзя, Муса, нет. Багира болит. Шикарная пара, это лучшая пара. Ой, ой. Ну хотя бы. Идите, ваша. Ты куда прыгаешь? Куда ты прыгаешь? Ой, нельзя. Ты шавкну. Иди. Прыгайте мне. А если колено выставить? А если колено буду выставить? Голубок! Это голуба. Уже жалуются люди, что ты гавкаешь. Не прыгать. Колено сработает. Да тише. Убьетесь, да увидите. Толстопопики мои. Да. Все-таки Вайд это один из лучших кобелей, который мне встречалось видеть. Вот с помощью щенков я могу волков ближе к себе это научить. Именно вот благодаря щенкам питбуль. Ну все. Красота, блин, не успеваешь, на что снять, что лучше, что подальше снимает лучше. Поросенок. Ой, красота. Ой, красота. Да у нее ничего нет, можете не просить. Ой, только что ели. Смотрите, как она любит детей, да? Тайра не так.
Так, ладно, сегодня вообще-то праздник. Вперед прям траву пучками. Ай, черная красота. Дети моя, дайрочка, иди сюда, моя девочка. Идите. Вот когда они начнут резвиться, они будут позволять их на спины им залазить, грубо говоря. Когда будет ложиться. Уже бы покормила, если было бы чем кормить сейчас. Просто нечем. Скулит, зовет, но нечего дать. Честно говоря, можно вот так оставить. Пусть они во двор заходят. Ну, дружат, пока я дома. Пока не уехал никуда. Кстати, мне морозильник чистить, все, я пошел вовнутрь. Ах, упустил я время с волками. Даже 5 месяцев назад, если бы я их заводил бы во двор, совсем другая история была. Но там интерит, боялся, что не дай бог щенков заразят. Третья десятка, короче. Все-таки пяти моя специальность, скажем так. Пойдемте, пойдемте, мои сладкие. Вы заметили, я с приближением больше снимаю. Ой, персик. Ой, ну какой он шикарный. Он шикарный, друзья. Кому тебя повезет, кому тебя. Иди сюда. Вы все у меня шишки-мишки. Шишки-мишки. Да. Тайра, Афина. Давайте их пригласим. Идите. Колобок нормально не доел. Правильно. А вы сейчас переешьте и задрестайте. Ну что еще вам делать? Правильно? Только друг друга не кусается. А. Кто-то сейчас зарычает. Например, Вайт. Вайт круто отрывает и ест постепенно. Все, наелся. Сейчас зайдем за драк, чтобы не дышал. Тайра, Афина! Забралась. Так, Вай, вы уже бери, я вам и требухи дал, и то дал. Ну все, все. Тайра, Афина, идите сюда, не бойтесь. Приглашаю вас. Блин, если бы у меня время было, я бы ставил. Так, это много, оставь. Нельзя, 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 говорю, нельзя. Нельзя! Я там... Дай! Так. Уйди! Дай! Нельзя! Нет. Мясо. Надеюсь, сегодня свет выключу. Прожектор. Так, требуху несем. Короче, девочки от глистов ничего не сходили. Ой, не съели, извиняюсь. Афина, давай, пойдем, Вали. Афинка, красотка моя. Пойдем, пойдемте, пойдем, пойдем, пойдем. Тише, тише, не убейтесь мне тут. Да. Да, нарожали мне дикари. А я говорю, это из-за тебя, наверное, больше всего. Ты ж у нас дикарь. Идите кушать. Так, давайте, идите, шуруйте туда. Требуху помыл.
А вот тут надо в порядок уже приводить, уже добить эту всю картину. И все, тогда будет порядок. Смотрите, что они там роют, жесть. Так, все, молодцы. А воду не пьют, наверное, боятся, синяя штука. Но... Так, свет увидел, надо пойти свет включить. Все, друзья, всем до новых встреч. Не, у нас не получается. Сегодня праздник, еще раз все с праздничком. Бля, сейчас я гуляю. Там Спайк гуляет, пусть нагуляется. Все, малые нагулялись, мои красавчики. О, блин, чуть не сбил. И гулял, только закрыл вас. Задрали, блядь. Байт это. Пушка, вы на это. Тихо! Он замолчи! Пушечный кобель, а ты че? Они все красавчики мои. Серьезно, говорю, очень крутые. Посмотри, давай. Просто найди взгляд, блин. Ай, пушки вы мои, пушки. Доедайте, доедайте, защита. А что там есть? Я, видите, разрезаю гортань эту, разрезаю, чтобы не сказать, что они могут проглотить кольцами и там застрять. Поэтому вот так ножницами режу, специально ножницы купил. И все. Так, все.